Погнали? Попробуй, покрути. Я готов, братишка. Так, почему Дима Тарасов... Я же тебе сказал так сразу быстро... про меня. Да, это читаю. Почему Дима Тарасов так быстро вышел с апелляции? Не знаю, брат. Потому что на удаление ему надо не более 5 минут. Брат, я промолчу. Я знаю, кто смеется, я всех запомнил, человек, кто смеется над этой шуткой. Но не, ничего было. Нормально тебе. Не, неплохо было. Почему Гили выплатили премиальные? Знаешь? Почему? Потому что на групповом этапе Лиги Чемпионов у него на 2 очка больше, чем у Лока. Лока убивает, не будем же смеяться над этим. Согласен, идем дальше. Что сказал Глушаков, когда ему позвонила жена? Я в бане. Да, братан, я лучше ответил, я тебе чаю, лучше ты не ответишь сейчас. Ну, там тут типа того, перезвони позже, я в запаре. Ну, я тебе говорю, ё-моё. Это у тебя лучший ответ. Так, хорошо. Так. Как у Дыры появился ребенок, братан? Как? Да, как? Не знаешь? Ну, нет, ты вообще знаешь, я знаю, я тебе просто скажу, как у Эдера. Как это традиционно бывает? Как всегда, я реализовал момент. Ну, такая. Почему Илья Геркус не любит играть в Скандинавии? Там слишком легко зайчика заморозить. Неплохая была, кстати. Почему Баринов так быстро прогрессирует? Не знаешь? Нет. Он прилежный ученик и никогда не устанет повторять. Почему Юрий Павлович не стал наказывать внучку за матерный стишок? Потому что он сам ругается. Он был про Интер, Андерлехт и Реал. Ну, почти я угадал. Почему девушке у Фенка очень хорошо? Он нажал на кнопку G. Брат, не тормози, читай. Почему никто не напоминает Идову про подарки на Новый год? Почему? Потому что все и так знают, что привезет. Жестко. Почему Джон Терри не согласился играть за Спартак? Почему? Потому что трофеи его уже не интересуют. Понял? Ну, понял. Когда у Неймара будет золотой мяч? Когда? Когда он сможет проникнуть в дом Месси незаметно. Смешно. Ладно бы мою фамилию туда. Что Семин говорит внучке, когда они приходят с прогулки? Подумай, он всегда это говорит. Когда он это говорит нам обычно, когда мы на скамейке там люди, что он обычно кричит фразу? Ну, плюс-минус, а дальше? Ту, барышки, сними вот это. Почему Антон Миранчук сменил номер с 60 на 11? Ну да, почему? Ответ такой тут. А там засорилась раковина. Понял. Я не понял, честно. Да давай, а там написано. Это не важно. Я просто хочу понять. Ну. Потом поймешь, я тебе скину. Почему встречная машина моргает фарами? Почему? Впереди болельщики Динамо. Понял? Я тебе потом объясню, давай. Как болельщики Лока определяют, что они пьяные? Как? Не могут выговорить, что Фельдхаус. Я трезвый. Неплохо. Где бы находился Локомотив в чемпионате Англии? На трибуне. Все, финито?